И это испытание является одним из наших самых традиционных и самых жестких испытаний. Я просто в шоке вообще от того, что лично сейчас будет. Я называю это испытание женской рулеткой. Вы можете обе пройти это испытание и обе остаться. Вы можете обе отказаться от этого испытания и вдвоем уйти. Итак, женская рулетка. Жесткач. Ох ты, сейчас будет по полной. Все очень просто. Элеонора, Карина. Да нет, ты что? У меня такие волосы красивые. Правда, кончики секутся, но я не скоро пойду. Очень красивые волосы. Кончики. У тебя очень красивые волосы. Но посмотри на эту машину, Карина. Нет, разве она того не стоит? Да нет. Нет, конечно. Твоя машина молодец, в твоих руках пока молодец. Еще. Пока еще. Твоя машина в твоих руках. Молодец, Кариночка. Наш человек, давай. Посмотри, как поддерживает тебя зрители. Посмотри, как радуется этому обстоятельству Элеонора. Я ведь не она радуюсь. Же ничего не сделала, а ты уже слилась. Получается, в этом конкурсе она осталась одна. А сделает ли это она? Подождите, это вопрос. Зачем просто это делать? Я могу прятать, ну таковы там сделать, ну, лишь пройти. Налысо, ты же сама говорила. Подожди. Это или вот это? Ты не ставишь условия? Я сказал, если вы обе отказываетесь, вы обе уходите. Если хочешь остаться в нашем шоу, ты берешь эту или эту машинку. Я не смогу сама это под сделать. Под ноль. Ты готова? Да. Убирай руку, раз, три, руку убери. Можно? Вот это жесть. Сейчас будет такой лук вообще. Фэшн-лук. Мочи! Блин, ты крутая, тебе так идет. С такой грудью и лысая, мне кажется, ты будешь самая красивая девушка. Ну все, 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 Данечка, будем на этом останавливаться. Ой, какая красивая! Это не слезы? Это слезы радости. Наконец-то! Человек стоит здесь много часов. Для девушки ужаснее грязной головы, я точно знаю, нет ничего. А так раз, бархоткой смахнул, и голова снова чистая. Одевай перчатку. Дамы и господа, Элеонора продолжает участие в шоу «Машина». Не жалею, что ушла, потому что у меня бзик, я очень люблю свои волосы. Мои волосы для меня дороже, чем любая машина. Но я честно скажу, это сильный поступок, правда, сильный, очень сильный. Не каждый решится на это, особенно женщина. Она столько все перетерпела за все это шоу. Я знала, что там может быть такое задание. Очень смело, экстравагантно, но это тебе идет. Мне вообще, что вы здесь думаете вообще? Мы искренне говорим я тебе. Я ждал этого ответа. Да, он довольно стандартный. Слушай, чувак, ну что будет дальше, я только могу представить себе реально. Моя фантазия даже, она уже в это... Вопрос, какие будут задания? Ты знаешь, я не думаю о вас, я думаю вот об этом теле. Реально думаю, на что способна она еще дальше. Почему-то она меня меньше всего беспокоит. Я уверен, что она сможет спокойно отгрызть бампер. Она меня беспокоит меньше всего. Нет, тогда я предлагаю думать не о Эльвирочке, а о том, кто будет с ней делить финал. Мне ужасно. Как же так это... Итак, уважаемые дамы и господа, машина...